музончик зачет. И у нас опять эти самые, их дохренище в космосе. Альянский мародер. В прошлой серии мы с вами открыли еще одну сложность, и сейчас мы на эту сложность пойдем в режиме этого самого, как он называется, режим. В режиме дефенс. В режиме дефенс пойдем незамедлительно играть. Короче говоря, поехали. Так, ну что ж, идем туда. Кстати говоря, у меня открылся теперь Last State Stand Time Attack еще один. Здесь, в общем, это то же самое, что вот здесь, только, короче говоря, бесконечный. То есть здесь надо выжать как можно больше волн, сколько сможешь, короче, только выживешь и будешь большой при этом молодец. Ну, в принципе, мы туда пока не пойдем. Мы пойдем теперь на Nightmare играть вот здесь. Да что тут, поехали? Поехали, не важно, что там, да? Так, наш товарищ, мы открыли, короче говоря, что-то там еще. Эксперт по баррикадам мы теперь. Эксперт по баррикадам, а там потом открываются еще какие-то перки, слушай. Армори. Так, какой-то... Еще какой-то мех, слушай, у нас открылся. А потом телохранители еще... Так, слушайте, здесь прям... Значит, сейчас мы будем, видимо, тестировать еще какого-то юнита нового. А это мы не будем, да? То есть, короче, каждого персонажа надо прокачивать, я понял. За прокачку дают всякие плюхи. Не прокачиваешь, плюхи не получаешь. Так, ну что ж, Nightmare так Nightmare. Окей, let's get going. Окей, let's keep going. Так, ну что ж, давайте смотрите. Нам дали какого-то нового юнита, да? Вот этого. Ну, раз нам дали юнита, значит, мы его и будем прокачивать. Значит, мы будем его тестировать и будем его прокачивать. Так, 10% хп ему. Ну, допустим. Так, что еще мы возьмем? 10% на лазерные базы. Либо 20% кридем. Ну, давай будем качать вот это. Так, и у нас три мега этих. Три мега вундервафли, которыми надо будет что-то делать. Так, ладно, давай мы тогда поставим Power Station. Раз, Power Station 2. Power Station давай поставим 3. Поставим сопли. Так, сопли 1, сопли 2, сопли 3 мы уже не поставим, потому что не можем... Здесь прям довольно серьезные, кстати говоря, довольно серьезные силы здесь нам будут противостоять. Я смотрю, откуда первая атака? С юга. Что ж, значит, на юга мы и пойдем. Ассоциейшн. Раз у нас первая атака с юга, значит, на юга мы и отправимся с вами. И будем здесь оп немножко постреливать. Так, погодите. Здесь прям типа это. Типа прям серьезные прям какие-то вещи происходят. Ладно, хорошо. Тогда нам надо поставить еще бараки. И может быть даже поставить сразу ресерч. А может ресерч нам нафиг и не нужен пока что. Может быть мы и без ресерча пока справимся. Начнем с бараков, ладно. Так, ну я довольно прочный. Я могу еще танковать. Так, я довольно прочный, могу танковать. Так, что это за мех? Он еще дороже. Если этот танк стоил 8, то мех стоит еще больше. Мех стоит вообще 12 популяций и 150. Я могу таких максимум 2 поставить. Ну, надеюсь, что мех того стоит. Ну, это понятно. Понятно, кто. Так, автомисл у него есть. Ну, ладно, и что ты можешь? Давай мех покажи. Ух ты ж, мать твою. Мотать он мощен. Так, я понял. Все, я думал, я все понял. Мехи огнища. Они же, кстати говоря, довольно быстро ходят. Вообще крушат просто. В слюне.
Так, это прекрасно. Значит, таких мехов мы построим как минимум для того, чтобы зачищать территории. Ладно, пока у нас южное направление. Значит, давай пока сосредоточимся на южном направлении. Асофиэйсон у нас. Асофиэйсон, а мы пока поставим тогда сюда вот такую вот вещь. Один ты справишься? Он вообще один неплохо справляется, я хочу сказать. Вообще нормально справляется один. Я хочу сказать, они вообще куда-то там уходят и занимаются какой-то самодеятельностью, по-моему, все эти ребятки. И, ну, нормально, ладно. Ну да, реально, я его отправляю через атаку, и он идет хрен пойми куда. Так, давайте вы соберетесь где-нибудь вот здесь. А, у него автомисла вон как работают. То есть он просто в какой-то момент останавливается и начинает делать пиу-пиу-пиу. Понятно. Еще на одного интересного мы накопим. Или нам лучше накопить на что-нибудь типа... Так, еще... Так, я как-то еще стал криво строиться, по-моему. Ну ладно, не впервой. Так, да, вон туда воткнемся еще. Коль скоро у нас там с юга что-то пойдет, нам надо, короче, дохрена бабла и дохрена людев. Дохрена бабла, дохрена людев. Саплай мы потом сделаем. Пока начнем с дохрена бабла, я думаю. 30 секунд у нас осталось, вексонов... Вексонов аж до хренища штук. Аж почти 4000, по-моему, было. Ну, ладно. 19 секунд остается. Так. Стоять здесь. Все, никто там не идет к нам. Никто к нам вроде не идет. Я, по крайней мере, надеюсь, что никто к нам не идет. 9 секунд остается до нападения. До нападения вексанов. Мы поставим одну маленькую такую вот стенку и будем их здесь ожидать. Вексанов с югов. Ну, давайте вексана с югов. Можно, кстати говоря, еще одного такого парня сюда зазвать. Они быстро производятся. Ну, идите сюда. Я дам вам тумаков. А вот, собственно, и все. Так, ну и что? Что у нас тут будет? А так и не скажешь, что найтмарная сложность. Значит, что там? Увеличивает максимальную дистанцию на 2 метра. Так, и... 10% атаки True Damage. Так, а это у нас корневой, короче говоря. Флейм пушки и какие-то еще пушки... 12% наносит от своего собственного ХП. Я не знаю, что такое Гелиус Бим. Хрен его знает. А это у нас на рожек. Не, ну мы будем вот этих дальше прокачивать. Прокачивать дальше вот этих. И нам не хватает теперь популяции для того, чтобы еще себе таких товарищей сделать. Значит, первое, что нам надо сделать, это поставить supply станции. В количестве, наверное, таком. И откуда они пойдут? С севера как раз. Вот, отлично. Раз они пойдут с севера, и мы тогда пойдем на север. Как шакал табаки, тоже пойдем на север. Тоже пойдем на север, и будем там всяческие безобразия нарушать на севере. Нам все равно надо зачищать эту карту. И поэтому мы туда незамедлительно и отправимся. Так, вот сейчас еще одного мех себе сделаем, чтобы нам было веселее. А, так, кстати говоря, надо вот сюда зайти еще. Еще надо зайти вот сюда. Так, у меня сейчас рожку убьют мою. А как его, кстати говоря... Ну, они и сюда наносят урон нормально. Да, нормально, мехи. Мехи прям сажают. Так, давайте-ка мы вообще все здесь зачистим для начала. То у меня денег все равно нет на то, чтобы что-то здесь предпринять. Так, теперь пойдем туда. Значит, выходим отсюда и начинаем здесь всякое дело. Так, а еще мне надо инкрис атаку и, наверное, вот так. Так, и будем воодушевлять свои войска. Мотать они крушат все просто. Так, это мне очень сильно нравится. Так, еще производим. Ну, жизни у них до хрена, в принципе, урона у них до хрена, все у них до хрена. В общем, можно повоевать неплохо. Надо только их, в принципе, побольше, чтобы было. Тогда будет вообще все прекрасно.
Так, только мне, если что, мне не нравится, то что они расползаются соплями. Так, надо вот так вот как-то встать, чтобы они более-менее кучно стояли. Потому что они расползаются в разные стороны, и это не очень здорово. Так, опять собираемся. Так, опять собираемся и идем куда-то вот туда. Забираем еще одного такого товарища и опять же идем туда. Так, что там надо еще одного? Давай еще одного. Будем тестировать на полную катушку этих ребят. Не, ну они хороши. Они прям вообще хороши. Так, еще себе инкрис атаку. Так, давай еще своих воодушевим, мальца. О, давай, хорош. Давай, рубай их просто в слюни, рубай. Хорош, давай. 20 секунд, правда, осталось до нападения на нас, поэтому неплохо было бы чутка отступить. А то боюсь, что... Боюсь, что у нас могут быть проблемы. Так, давай нам еще одного. Потом надо потихонечку переходить, наверное, уже и на пушки, может быть. А может, рановато. А, блин, здесь же нет этого. Я думаю, что-то я забыл сделать. Что-то я забыл сделать. А я забыл сделать вот оно, что. А мы отобьемся, интересно, в таком виде? Ну, сейчас узнаем. Мне кажется, должны. Это будет довольно забавно. Без стен. Я думаю, что мы без стен сдюжим. А может и нет. Давай, ускоримся. Не, сдюжим, сдюжим. Однозначно сдюжим, вообще без проблем. Так, теперь они пойдут с Иста у нас. С Иста. С Иста, с Иста. С Иста, с Иста. Так, давай что-нибудь еще возьмем. Что можем еще взять? Enemies Def минус 15%. Очень неплохо. И его мы и возьмем. Его мы и возьмем. И пойдем мы наверх. Хотя, кстати, есть нормальное направление для атаки. Там вот этот жирный, правда, вверху. Как поезд пассажирный. Ну, да, собственно, и ладно. Так, мы себе еще трех мехов. И, наверное, надо потихонечку уже... Нет, да. Уже надо потихонечку над пушечки строить. Мне что-то так кажется. Так, да, вот сюда еще поставим. Так, выходим. Выходим сюда. Выходим сюда. Я не буду отстраиваться на территориях и уходить сильно далеко, потому что незачем. Я уж так пробовал, и что-то не зашло. Так, плюс 500 денег. Оу. Так, стоять. Атаковать. Стоять, атаковать. Стоять, атаковать, далеко не уходить. Так, перейдем сюда и вниз как раз вот. Если мы сходим вниз, мы там сможем неплохо получить денег. Главное, люлей не получить. А денег точно сможем. Не, ну они вроде неплохо справляются. Вроде да, вроде нормально. Так, вот здесь вот где-нибудь вас оставим пока. Так, у меня нету, получается, у меня есть жителей. Ну, извините, у меня есть деньги, но нету жителей, наоборот. То есть нам по-хорошему надо еще соплей построить. Тогда построим еще соплей. Энергии у меня тоже практически не осталось. Давай построим еще немножко энергии. И давай построим тогда, даже не знаю куда. Один сюда давай. Скоро, наверное, эти пойдут. Жирные какие-нибудь. Тогда мы здесь все займем. Все займем здесь, короче говоря, вот такими вот территориями. И может быть даже, кстати, еще чуть-чуть подальше. Так, здесь, в принципе, и так у нас нормально. Вот здесь вот тоже надо чуть-чуть подальше. И вот здесь вот надо чуть-чуть подальше. Так, чтобы мы могли нормально строить пушки. Так, пока вот так вот вложимся. Так, вот там как, живые? Так, давай, рубай. Рубай их всех. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, это что там такое? Так, ну-ка иди разберись. Потому что отсюда я не могу уходить.
Я тут так замечательно стою, что уходить отсюда не готов. А сколько там? 7 секунд. 7 секунд нормально. Так, там разобрался? Молодец. Пока стой там. Так, надо себе еще атаку и ульту. И давай еще increase speed атак. Так, и давай, кстати, задействуем. А чем не задействовать? Неплохо. Неплохо прям. Прям вообще неплохо. Может быть, даже, наверное, может быть, и не прокачивать больше. Или, может быть, и надо их прокачивать. Непонятно. Ладно, мы здесь нормально справляемся. Правда, осталось 34 секунды еще. И там на нас напал. Так, ну-ка, иди сюда. Так, что-то как-то мы подрасползлись соплями. Так, ну-ка, давай, вставай сюда. Так, давайте-ка мы будем отступать отсюда. 19 секунд. Так, все, отступаем сюда. Так, отступаем сюда. Так, что там опять? Отступаем сюда. 12 секунд. Так, давай мы тогда, наверное. Так, моя любимая штука. Моя любимая штука заключается вот в таких вот вещах. Так, а что-то сюда не могу поставить? А, там уже деньги закончились. А, не, электричество закончилось. Электричество, не деньги. Так, 4 секунды. 4 секунды. Заходим сюда, и, в принципе, можно это запереть. Можно это даже запереть гораздо, гораздо больше, но мы хотя бы вот так запрем. Так, ты куда там пошел? Просто здесь стой, ничего не делай. Я просто боюсь, что сейчас придет какая-нибудь вундервафля. Неплохо. Так, нормально получилось. Гейт и ХП редюсит. Но да, 80% меньше здоровья, но 85% больше дефа. Это что-то как-то даже не знаю. А иди скорость атаки на 100%, когда атакован. Когда атакует. Ну, вот это вот что-то как-то сомнительная фигня. Мне кажется, что где-то меня надуривают, поэтому я ее не буду использовать. Так, и мы сейчас сразу давай... А, не давай. Не давай, а следующий откуда пойдет? С Веста. Угу. Следующий пойдет с Веста. Хорошо, давай тогда вот это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда. И хрен с ним, с Вестом. Мы лучше вот здесь вот выйдем. Мы сейчас вот здесь вот проковыряем кусок вот этой стены. И вот в этом месте выйдем. Возьмем электричество. В принципе, мне здесь, в общем-то, всего достаточно. Я думаю, что сейчас у нас будет электричество, мы можем вот сюда поставить пушки. А пока мы всем этим занимаемся, надо будет сходить и зачистить вот эту территорию. Так, как раз мы туда пока что сходим. Так, энергия у нас появилась. Хорошо. Значит, раз энергия появилась, то мы сейчас можем придумать себе... Еще раз, два, три... Так, 4, 5, 6. Так, и здесь у нас одной не хватает. И давай хотя бы здесь по парочке сделаем. И хотя бы здесь тоже сделаем по парочке. Пусть они не сделаем, да? Потому что энергия закончилась. Ну ладно. Это что там такое? Это что там такое? Значит, надо выйти вот сюда и сходить там все порезать. Оу. Не та кнопка. Хотел альт нажать. Так, если я складирую вот с этой штукой что-то делать, надо здесь сосредоточиться. Так, тут все нормально. Да, тут все нормально. Можно даже этого товарища взять. Так, пойдем теперь нападать вот на это говно.
Сейчас себе возьмем еще атак спиду. Так, давай. Вали, вали его. Вали, вали его, вали. Денег заполучили, молодцы. Так, останавливаемся. Пока мест останавливаемся. Загрызаем вот это и забегаем вот сюда. Здесь, по-моему, что-то осталось, мне кажется. Так, с Веста, да, у нас пойдет. Да, здесь осталось немножко. Но вот имеет смысл нападать на местных этих жирных товарищей или не имеет? Я хрен его знает. На левиафанов на местных. Вроде как не очень хочется нападать на местных левиафанов. Вообще, я успею что-нибудь сделать? Ну, вот сюда надо все равно сходить. Может быть, какое-то количество денег я успею здесь заполучить. 55 секунд, правда, осталось. Что-то дается мне, что, наверное, не успею. Пока мы там ходим, надо сюда выставить так вот систему защиты. И вот эти вот пушки надо... А, блин, электричества-то, кстати, нет. Да, электричества-то, кстати, нет. Вот это косячина. Давайте-ка мы ее решим, эту косячину. Потому что бабки есть, а электрики на то, чтобы грейдить пушки, нет. Да, и с местом не очень все здорово. Я боюсь, что сейчас может прийти какая-нибудь хрень нездоровая. А вдруг реально придет? Да, может реально прийти. Так, ну-ка, идите-ка сюда. Идите-ка сюда, а то вдруг реально придет хрень, и это будет не очень хорошо. Так, давай мы делаем тогда вот так. Вот так, вот так и вот так. Пока, по крайней мере. Как минимум, несколько пушек надо здесь сделать. Левиафанов пока трогать не будем. Теперь насчет электрических вот этих вот. Надо нам за 60 электричества делать две... А давай. А давай мы еще сделаем электрические и прикроем вот это вот направление посильнее. Так, а нужно нам еще делать стены. Ну, давай еще и стены заодно сделаем. Стен много не бывает, я считаю. Сюда куда-нибудь можно еще две таких штуки поставить. Так, мы все идем сюда и все здесь весело становимся. На деф. Хтыщ. Так, весело здесь становимся на деф, уравняем все землей. Бдыщ. И делаем еще бдыщ. Так, делаем двойной бдыщ. У нас разворотил вот этот кусок стены. И, в принципе, похоже, что все. Ну да, больше ничего не разворотил. Так, а что же нам тогда взять-то? Еще так спиду. Еще так спиду. Так, а здесь нам взять... получить одного такого меха за каждую волну. Ну, это фигня какая-то. Снайпер 50% крит дэмэдж, а может и не фигня. Реварс бутон на главной базе. То есть за бесплатно получить такого чувака. А давай. В принципе, они хороши собой. Сейчас главное, сейчас откуда они, с юга пойдут? Сейчас главное, когда я пойду на Левиафана, не сдохнуть. Где там на главной базе? А, это после этого я только смогу получить. Они пойдут с югов. То есть вот отсюда. Ну, во-первых, надо починиться для начала. А во-вторых, вот вопрос. Вопрос состоит в том, хватит ли мне... А, кстати, знаете, что надо сделать-то еще? Вот что я забыл. Я совсем забыл, что мне теперь нужна исследовательская станция. Потому что без исследовательской я сейчас охренею. Мне надо прокачивать стены, прокачивать пушки и прокачивать все остальное на будущее. Ну и, блин, я сейчас потеряю просто всех этих мехов в битве с этими левиафанами. Но нам надо все равно их протестировать, правильно? Правильно ж? Я боюсь, что мехов они тоже будут убивать с одной атаки. Скорее всего, кстати говоря, так оно и будет. Ну ладно, какое-то количество денег мы все равно берем. Я думаю, надеюсь.
Так, и давайте, пока я тут это самое делаю, мы сделаем, значит, апгрейды на все пухи. Апгрейды на все пухи сделаем хотя бы вот такие. Насчет мегалевиафана я не знаю, но, как минимум, вот этих вот надо загрызть. Однозначно, это живые бабки. Живые бабки, живые бабки, живые бабки, живые бабки. Это всегда выгодно. Так. Главное сейчас сразу не огрануть. Ну, вроде как я пока не огранул, но 8 секунд до нападения. Имеет ли смысл сейчас это делать? Большой вопрос. Ну что, что-то на этого напасть? Ну, по крайней мере, можно под пушку подставить, и отсюда волны не будет. Напасть на этого, мне кажется, более выгодная история. Стоять, убегаем. Что это было, я не знаю. Меня всегда пугают вот эти вот красные точки, красные кружочки, вернее. 30 секунд у нас остается. У нас остается 30 секунд. Ну, вопрос состоит в том, отобьемся... Да, вопрос, знаете, даже в чем состоит? Будет ли там какая-нибудь вундервафля? Потому что если будет, то это будет хрень для нас. А если не будет, то нормально. Так, ладно, давайте 20 секунд остается. Да, надо все-таки... заняться делом. Каким делом мы займемся? Не таким. Не таким делом мы займемся. Мы займемся вот таким делом. Значит, нам надо будет поставить энное количество пушек сюда. И стен надо будет энное количество тоже поставить. Но я боюсь, что я не успею. 14 секунд. Не, да, должен успеть. Так, 8 секунд. 5 секунд. Так, вот это вот все по-хорошему надо бы заулучшать. Как минимум. А, да, вот, смотри. Это этот самый, это босс. Это был босс. Вопрос только какой. Вот этот вот грызлик, это босс. Так, ладно, значит, мы все становимся сюда. И весело вот так вот стоим. Так, весело вот так вот стоим, а вот эти вот пушки... А, у нас электричество закончилось. У нас закончилось опять электричество. Так, давайте тогда сделаем так, так и так. Это даст нам электричество, и прокачаем еще раз вот это все. Как раз пока мы здесь стоим. Так, здесь у нас сейчас будет этот, жирный. Вопрос только, что за жирный? А, это птица. Птица, блин, птица нехорошо. Мы пока ничего не будем тут делать. Да, придется что-то делать, потому что она сейчас здесь все разнесет. Блин, птица, это, конечно, капец. Блин, очень неудачное расположение. Ну что, пойдем на нее, пойдем. Надо только контролить. Так, одного загрызло. Ну ладно, какое-то количество загрызет, хоть не всех бы. А почему всех? Я что, типа не успел? Видимо, я проморгал, да, эту штуку? Понятно. Ну, короче, все как всегда. Все как всегда, пришел этот самый, пришла срань и начала делать всякие гадости. Так, ладно, давай тогда мы снайперов сделаем и привезем себе что-нибудь типа, не знаю, двух вот таких вот штук. И что-нибудь ему сейчас насоздаем, чтобы ему было просто чем заняться. Но меня, честно говоря, маленько смущает тот факт. Find me something to terminate.
тот факт, что вот этих ребят такое количество урона. How about some action? Айо! Away! Ну на тебе тогда, не знаю, да что с вами делать? Сейчас он уничтожит вот здесь вот все. Да, я уничтожил. Причем даже если я их выведу, они тут же мгновенно умрут. Да, вон они вообще не могут отсюда уйти. Ай, блин. Надо, короче, что-то с ними делать. Думать, что с ними делать, но я пока не придумал. Потому что, вот, конечно, вот это вот то, что здесь происходит, это очень странно. Это просто капец как странно. Я не знаю, что еще сказать по этот счет. Это странно просто запредельно. Потому что одна вот эта вот штуковина, САУЕ дабага, просто выносит нахрен все. Меня сейчас убьют, кстати говоря. И мало того, они еще это. И что это? Дефит. В общем, очень странная вот эта вот фигня с уроном. У тебя может быть очень много товарищей, но они мгновенно ложатся от одного босса, который приходит типа в волне. Причем независимо от сложности. То есть сложность, я так понимаю, влияет просто на количество жизней вот этой вундервафли. Больше, походу, она не влияет ни на что. Нет, вполне возможно, если прокачать юнитов, и очень сильно прокачать там есть, потому что это ветка юнитов, то, возможно, это на что-то повлияет. Возможно. Но пока это не точно. Ладно, мы еще сделаем попытку на Найтмаре как минимум. Спасибо за просмотр, если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.